Говядина по-сычуаньски – это острое азиатское блюдо. Так что, можно сказать, что это блюдо для любителей остренького. Готовится оно, как все китайские блюда, очень быстро, на сильном огне. Для приготовления говядины по-сычуаньски используются пряности, имбирь, чили, чеснок и сычуанский перец. Уникальный вкус и аромат этого перца делает блюдо оригинальным. Все эти приправы нам найти непросто, но можно готовить по мотивам. Главное правило – готовьте на большом огне и быстро. Говядину по-сычуаньски подавайте с отварным рисом. Успехов и приятного аппетита! В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Говядину порезать кусочками. Порезать соломкой лук-шалот, зеленый лук, морковь. Мелко порубить имбирь, перец измельчаем в ступке. Ставим вок на сильный огонь и жарим мясо 4 минуты. Добавьте часть перца сычуанского и жарьте еще 4 минуты. Подписывайтесь и ставьте лайки. Добавляем морковь и лук-шалот, готовим 3-4 минуты. Кидаем зеленый лук и имбирь, жарим 2-3 минуты. Добавьте соус, чили-пасту, соевый соус и сычуанский перец, жарим 2-3 минуты. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Обещанный список ингредиентов. Говядина 250 грамм, морковь 1 штука, лук-шалот 2-3 штук, имбирь 15 грамм, соевый соус 3-4 столовые ложек, соус хойсин 1 чайная ложка или острый соус, чили-паста по вкусу, масло растительное 2 столовые ложки, перец сычуанский 1-2 столовые ложек, количество порций 4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Удачи!